Второй полуфинал серебряного розыгрыша Кубка Спорттек по мини-футболу. Четвертый уже по счету. Наши ежегодные соревнования продолжают нас радовать. Сейчас встречаются команды «Газпромтранс» и «Уютный город». «Газпромтранс» в синей форме, «Уютный город» в форме черного и желтого цветов. «Уютный город» вчера очень интересный футбол показал. Попал в сложнейшую группу с «Маэском», «Интер», «РАО» и «ФСКС». И при этом «Уютный город» боролся до последнего. Одна ничья. 2-2 против «Маэска» и два поражения с минимальным отставанием. 1-2 сыграли с «Интеррао» и «ФСКС». У «Газпромтранса» группа была попроще. Транспортная компания «Русгидро», «Меридиан Энерго» и «Мосэнергосбыт». Одна ничья 1-1 с транспортной компанией «Русгидро» и без шансов два поражения. 0-6 от «Мосэнергосбыта» и 0-5 от «Меридиан Энерго». В общем, разница забитых, пропущенных, конечно, у «Газпромтранса» пугающая. Ну, хотя бы одним забитым мячом отметились. Значит, забивать умеют. Значит, в теории могут повторить тот же самый успех и в матче против «Уютного города». Состав особо не поменялся у тех и у других, поэтому будем называть его по ходу игры. Будем отмечать тех, кто забил или сделал передачу. Аут будет «Газпромтранс». Судья без промедления начинает давать отсчет. Перехват в центральном круге. Очень здорово «Уютный город» использует все пространство поля. Широко располагаются футболисты. «Газпромтранс» вчера начинал все матчи от обороны. Ну, когда счет становился 0-2. Или 0-3, приходилось уже «Газпромтрансу» идти вперед, и из-за этого пропускали еще больше. Ну, при игре от своих ворот, при игре вторым номером «Газпромтранс» держится очень неплохо. Напомню, что в финале ждет победителя этой пары транспортная компания «Русгидро». А в матч за третье место у нас уже отправилась команда «Русэнергоресурс».
когда Кирилл внизу, поэтому я слышал, где это Газпром Транс. Нашли поток. Серия таких побочных подготовительных передач. Забивает уютный город со стандарта. Если не получилось с игры, то такой момент использовали. В стенге стояло два футболиста Газпром Транса, и обвести эту стенку не составило труда. В общем, наигранные стандарты уютного города, и в следующий раз футболисты Газпром Транса дважды подумают, прежде чем совершать нарушение близ своей штрафной. Еще один момент, снова опасно. Как мне показалось, вратарь, да, вмешался в ход развития событий, поэтому аут уютного города. Повторить придется аут. Перехват уютного города рядом в чужой штрафной. Снова ловят Газпром Транс на ошибке. 2-0 за Газпром Транс становится тревожным, потому что теперь придется им раскрываться. Идти вперед, ну хоть какими-то силами. Играть вторым номером уже не получится. Аут будет вводить Газпром Транс. Аут или угловой? Здесь серьезная задача для тех, кто ведет статистику, разобраться. Снова быстрая контратака уютного города. Можно было убирать под себя, конечно, мяч. Удобнее было бы посылать штрафную. Отходим. Играйте. Раз. Мяч остался в поле. Циклидис. Вот первый случай, когда у Газпром Транса получилась довольно широкая атака. Ошибается штан уютного города при приеме мяча. Хотя кто-то скажет, что виноват всегда дающий.
минуту до перерыва. Последняя атака в этом тайме. Есть еще время на контрдействие у «Газпромтранса». 0-2 после первого тайма не приговор, но, конечно, если сейчас дастся «Газпромтрансу» сократить отставание, то с хорошим настроением бы выходили на вторую 10-минутку. Результативная игра, много действий, много движений, очень качественный футбол уютного города. Есть еще шансы для «Газпромтранса». Сейчас отдыхаем минуту. Второй тайм матча команд «Газпромтранс» и «Уютный город». «Уютный город» ведет 2-0. В целом смотрится интереснее, активнее, намного больше голевых моментов создает, владеет мячом. В общем, «Газпромтранс» вторым номером играя пока каких-то серьезных атакующих действий не показал. Вот мощнейший удар 14 номера «Уютного города». Приложился метров с 22, наверное. Ну, повезло, что защитники этот удар заблокировали. Стандарт на стандартах, «Уютный город» силен. Все-таки перешел мяч за линию поля. Саклидис готов его выводить. В втором тайме довольно много пауз, ошибок, неточностей. Ну, «Уютному городу» можно простить такие ошибки. Они могут переходить в экономичный режим.
когда бы сохранить силы перед финальным поединком. Но слишком расслабляться нельзя. Иначе можно угодить не в финал, а в матч за третье место. Прессинг «Газпромтранса» в центре поля. Начали идти на соперника, как только мяч подходит к середине. Пытается нагнетать «Газпромтранс», начинает все жестче ставить ногу при отборе. Замешкались при выходе из своей штрафной «Газпромтрансовцы». Очередной выпад 1-1. Удар плотный в притирку со штангой. 3-0. У «Газпромтранса» остается по 2 минуты на каждый гол. Для того, чтобы счет сравнять. Ну, задача, конечно, очень трудновыполнимая. Ну, сейчас четвертый мяч стал бы приговором окончательным для «Газпромтранса». Новый удар. Добивание будет. Нет. Пролетел третий номер мимо мяча. Еще один стандарт уютного города. Такое впечатление, что не собираются они останавливаться на трех забитых мячах. Редкий удар «Газпромтранса» по воротам уютного города. Но видно, что маловато было практики при стрелке. Мяч пролетел очень далеко от створа. Капитан уютного города мяч потащил. Совсем понятно, с кем сейчас спорил Цаклидис, с партнерами в команде или с арбитром. Мне кажется, нарушение правил здесь не могло вызывать вопросы. Так, отодвинута стенка. Уф, был близок уютный город к тому, чтобы второй мяч со стандарта в этом матче забить.
Две с половиной минуты остается играть. Заклидис. Ну, некому давать спорить вратарю и иди в атаку. И вот редкая удачная диагональ в исполнении синей команды. Хорошее получилось открывание. Отыгрывать назад Газпромтрансу. Снова слишком долго переходили через центр. Очередная потеря Газпромтрансу около своей штрафной. И спешил наказывать за это уютный город. Его ввода в игру. Втроем вроде в одного защитника и вратаря вышел уютный город. Удар, гол. 4-0. За 6 секунд до конца, так что сразу после розыгрыша в центре поля прозвучит финальный свисток. Ну как тут разыгрывать? Только пас под удар, я думаю, вратарь уютного города будет к этому повороту готов. И таким образом, ну, теперь уже можно говорить абсолютно точно, что в матч за третье место у нас отправляется «Газпромтранс» в финале. ТК «Росгидро» сыграет уютный город.